Без двойственности нам не обойтись. Она присутствует в событиях и фактах. Идет война, грабители, бойцы, добро захватчикам отдать, а может спрятать. Дозволено нам неземным уставом и так и эдак поступить на пользу. Но в выборе решения, кто нас ставит, от коего нас жарит и морозит. Все надвое. Виной первопричина, чего мы добиваемся в конце. И от того столь разница начинка, предполагаемый и истинный рецепт. Небесное ли главным над земным, преобладает вечное или в кратком. Событие одно, но что за ним? Все так ли сделали, коль развернуть обратно? Смотря, как объяснять, не торопясь, к примеру, революцию в России, не рада церковь ей и важный князь, но сами же ее и спросили. Из вечности рассмотрим не спеша, ГУЛАГ был нужен ждущим исправления. Но разом зазвенело вдруг в ушах, всем по носам заехал дядька Ленин. Мешали храмы сущему служить, попов толпа с епископами вкупе, на пользу вылупился Свердлов жид, и Сталин стал толочь монаха в ступе. Рев поколения наполнил Русь до края. Антанта не поможет, ни Колчак. На пользу смерть пятиконечно правит. Учились загодя молчать, молчать, молчать. То дождь, то сны, все надвое пойму. Незримый Божий план чуть приоткрылся. Прекрасен мир для пользы и в войну. Два варианта с пользою и с риском. 24 июня 2006 года.